Привіт всім людям доброї волі. Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Це розмова на тему. І сьогодні ми представляємо вам нашу гостю. Лауреата всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів, лауреата премії Миколи Аркаса, актрису, співачку і композитора Антоніну Смаржевську. Антоніна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы приехали к нам в студию, потому что это очень здорово, когда приезжают такие талантливые и такие большие мастера. И сейчас вот в прямом эфире пойдет вот эта замечательная энергетика добра и красоты. Антониночка, я знаю, что вы уже на сцене не новичок. Вы много лет дарите нашим людям свое искусство. И не только дарите, но еще у вас есть и такая просветительская работа, вы несете культуру народа, который вы представляете. Какой народ вы представляете? Будьте добры. Болгария. Ну, моя мама болгарка, и корни болгарские у меня есть. И я очень много пою болгарских песен, программы у меня есть болгарские. Принимала участие много лет, состояла в обществе болгарском. И в Совете национальностей сотрудничаю до сих пор. Вот можно было бы спросить у Антонины, когда впервые она появилась на сцене. Друзья мои, я вам открою секрет. Наша гостья Антонина Смаржевская впервые вышла на сцену, когда ей было 6 лет. Правильно, Антонина? Ничего, что я открыла телезрителям секрет? Ничего. Будьте добры, вы помните тот момент в 6 лет, когда вы впервые вышли на сцену? Да, я пришла с мамой к сестре на новогодний утренник. И Дед Мороз спросил, а кто хочет спеть, получит подарок. Мне так хотелось получить подарок, я пошла и спела. С тех пор пою до сих пор. И вот, вы знаете, как-то говорить с певицей и не услышать, как она поет, было бы странно, правда, телезрители? У нас есть фрагмент выступления Антонины Смаржевской. Я хочу попросить нашего режиссера Вадима Кирчева, чтобы сейчас мы увидели и услышали, как поет наши гости. Я к ним отлично до конца.
Вот, судя по этому выступлению, телезрители, вы, конечно, оценили красоту голоса нашей сегодняшней гости. Антонина, будьте добры, это, наверное, в сельской местности в какой-то выступали. Вы концертируете по Николаевской области и не только по Николаевской, по всей Украине. Да, конечно. Ну, вот в данном случае это был выезд по Николаевской области, это под выборы. А, ну, знаете, в селах люди, скажем честно, обижены, они мало видят хороших концертов. И я с удовольствием там выступаю, потому что люди там ценят, люди там принимают очень хорошо. И остается в памяти вот все, что там происходит. Даже этот теплый прием, вот это такое спасибо ихняя благодарность, оно остается в памяти на долгие годы. Тем более очень важно, когда у артиста получается контакт с залом. Ведь бывает, когда нет? Или вы такое не знаете, вот когда поешь и не слышишь отклика в душах? Ну, наверное, у вас такого не может быть. Ну, смотрите, вот эти концерты, они не просто мои, я их еще и организовывала сама. Я здесь выступаю еще в роли организатора. Поэтому со мной те артисты, которые умеют контактировать, умеют петь, я набираю всегда команду, которая несет и красоту, и творчество, и талант, все в одном лице, и совершенно разных артистов, чтобы они нравились людям разного возраста. То есть вы не только певица, вы не только актриса, вы не только композитор, вы еще и режиссер. Я и режиссирую программы, и сама организовываю концерты, и как администратор работаю. Ну, и у вас в проектах организация фестиваля? Ну, фестиваль русского романса мы проводили с 2005 по 2010 год. Вот у нас были спонсоры, были меценаты. Я не буду сейчас всех называть, но благодаря одному человеку, которого я сегодня не могу не вспомнить, этот фестиваль жил долгое время благодаря Владимиру Дмитриевичу Чайке. К сожалению, нет этого человека. Царство ему небесное. Царство небесное. Всегда буду помнить с благодарностью, потому что этот человек поддерживал творческую молодежь прежде всего. А у меня в рамках фестиваля проходили конкурсы, приезжали люди со всей Украины, принимали участие в этом фестивале, было много номинаций. И ну, интересно людям было, потому что это же не был только классический романс. Это был и романс старинный, это был и современный романс, это и авторский романс, и романс из кинофильмов. Люди могли показать себя в разных жанрах. И вот и я хочу подчеркнуть возраст. У меня вот в один год принимали участие 14 лет было младшему, и 74 года было старшему. Ух ты! 14 лет младшему и 74 старшему артисту. Друзья мои, ну это, конечно, высший пилотаж, Антонина. Друзья мои, ну я думаю, что давайте еще послушаем нашу гостью, потому что разговоры разговорами, а искусство искусством. Знову тебе зустрічаю я, наче синицю в саду, і радість душі зачаяну, я тебе, коханий, знайду, і знову тебе покличу я через розлуки. Засвітився в зорях сам, не наші світ мого жадання. Зорева, зорева, над землею зорева, а кажу, що
пора кохання. Зелений сад, засвітися в зорях сад, не наші цвіт, мого жадання. Щоб кіня ти моя синба, хей, щоб кіня не церкви забравил, ще от міна сто години, все одно ще север нам прийде. Білко з петува, в любах сі віспанка і хрустиня, саме чи ти кува, след ваша шопкиня, куга та страда вдали ще сам, очі та твоя вся пішута. Ей, шопкиня, ти моя судьба, ей, шопкиня, не це ти забравил, ще от міна до години, все одно ж ти север нам прийде. Ей, шопкиня, ти моя судьба, щоб кіня не все не забравил, ще одміна сто години, все одно ж ти север нам прийде. Старий мій приятелю, чуй, котите, все кіма свой дом і свой. Дитята мій, конкурс та порасна. Не йди, не йди, мій припомниш, не йди, не йди, мій погляждаш, те звичайно і нежно, не, як то прийди. Море трейди, мій до костой, море трейди, мій цілувай, те все губиш, то і страсно, не. Погреждаш, те звичайно і нежно, ней, як то прийди. Море трейди, мій до костой, море трейди, мій цілувай, те все губиш, то і страсно, ней, як то прийди. Друзья мои, вы обратили внимание на то, что наша гостья Антонина Сможевская пела на разных языках, то есть культура народная у нее живет в сердце, да, Антониночка? Так, хоть вы и представляете Болгарию, хоть вы и болгарка, однако вам не чужды культуры других народов, которые вы тоже искренне любите. Не просто люблю, я показываюсь, я выступала в разных обществах и старалась поздравить общество на том языке, которое они изучают. То есть мне приходилось азербайджанцев поздравлять, я выучила текст, пусть я там дарила свою болгарскую песню, но поздравление сделано на азербайджанском языке. Также армянское общество, также курды, вот раньше мне приходилось с ними много общаться. Мурат Джамалович приглашает на все фестивали. Я не могу, конечно, показать все, что у меня есть. Я сегодня готовлю бенефис, где будут звучать песни на 8-10 языках. И наверняка это будет новая программа, которую наш зритель еще ни разу не видел и не слышал. И знаете, Антониночка, вот мы смотрели фрагменты ваших выступлений в записи, а вот хотелось бы очень услышать вживую нашу гостью, правда? Вот прямо в прямом эфире Антонина сейчас Сможевская, давайте ее попросим. Антонина, я вас прошу от имени телезрителей наших, чтобы вы, давайте ваш пиджачок, чтобы он вам не мешал, потому что сейчас Антонина готова вживую, в прямом эфире спеть для вас, телезрители. Гиля, гиля, сірі гуси,
Не котіть води, посватали люди дівку, плаче козак молодий. Люди дівку, плаче козак молодий. Не плач, не плач, козаченьку, не плач, серце, не журись, як я сяду на посаду, прийди, серце, подивись, як я сяду на посаду. Прийди, серце, подивись. Спасибо, Антонина. Оденьте пиджачок, потому что в студии у нас не Африка. А вот скажите, пожалуйста, Антонина, почему большая часть народных песен, большая часть, она всегда такая печальная? А вот в вашем исполнении вообще как-то просто душу переворачивает. Ну, я честно скажу, вот в последнее время мне как-то больше грустно, чем весело. Наверное, потому что давно уже не проводила фестивали, не встречалась с людьми, не общалась. Общение с другими людьми в других городах, это мне не приносит такой удовлетворенности, как со своими людьми. Потому что я очень люблю Украину, люблю Николаев. Я отдала этому городу много лет. Несмотря на то, что я родилась в Сибири, в России, а я с 4 лет проживаю в Николаеве. Но здесь... сибирская закваска, Антонина, да, в вас присутствует. Есть такое. Поэтому я вот очень рада, что я нашла своих родственников в Сибири, я с ними общаюсь, пусть по интернету, но я их вижу, братья, сестры. Мне очень радостно, я хочу, пока я жива-здорова, поехать просто в гости, посмотреть, как они живут, дом, где я родилась, ну, как бы вспомнить. Я а потом выйти на пригорок и нашу и песню, спеть. Да, конечно, Антонина? Конечно, только так, и по-другому и быть не может. Вот. Ну, не могу не сказать, что у меня и дети, вот, в принципе, занимаются тоже музыкой, и у меня старший сын режиссер по образованию. Ну, в связи с тем, что вот такая обстановка у нас сложная, дети наши должны выбирать какую-то работу более финансово оплачиваемую, потому что... Чтобы прожить, да? Да, чтобы прожить и прокормить свою семью. Вот. А младший у меня вот поет, он вообще ничем другим не хочет заниматься, только петь, сам пишет песни, наверное, меня перещеголял, потому что поет тоже на где-то 10-12 языках, у него там и японский присутствует, и китайский, и английский. Какой молодец. Да, у него, конечно, более такое современное все, но он сам пишет песни, это очень важно. К сожалению, вот даже продвинуть где-то, показать и записать, это сегодня стоит больших денег, поэтому... Как мама, я стараюсь где-то хоть морально, хоть как-то, ну, поддержать детей. Но вы тоже пишете песни, потому что вы выступаете и в роли композитора, Антонина. Я пишу, да. И вот те песни, которые у меня тут есть на диске, вот «Памяти Зои Вронской», это моей сестры, я не могу не вспомнить, потому что именно на ее стихи у меня написано в основном песни. Ну, здесь, к сожалению, их мало на этом диске, а вот сейчас мы готовим к выпуску. Там будет, конечно, больше песен на ее стихи, ну и будут на стихи других наших николаевских поэтов. Я пока не открываю, пусть это будет сюрпризом на вечере. Вот, программа должна быть очень интересная. Это будет бенефис. Ваш бенефис. Да, мой бенефис. И в основном вы пишете музыку на стихи именно николаевских поэтов, да?
Потому что, чтобы наши николаевские поэты почувствовали, что... Ну, вот это вообще очень здорово. Вот ты написал стихотворение, и тут композитор пишет на эти стихи. Вы знаете, да, в основном. И рождается песня. Ну, вот недавно в интернете, ну, вот у меня есть хороший друг из Москвы, он поэт, ну, прекрасный просто поэт, Евгений Разин. И у него такие чудесные стихи, что после «Зои» вот мне впервые понравились стихи, они такие песенные, тем более мне посвященные, он написал, мне подарил и попросил. А, ну если вам посвященные, то грех же не написать и музыку, попросил, да, Антонина? Написать музыку и спеть. Ну, я ему обещала, и, наверное, он придет на этот вечер, и будут звучать песни на его стихи. Ну и еще один маленький секрет, который сегодня мы готовы открыть нашим телезрителям. 2017 год будет юбилейным для Антонины Сморжевской. Да, Антонина? Для вас юбилейный, потому что... уже будет, вы готовите творческую большую программу, это вот на этот бенефис, да? Да? Вот он и есть. Да. Он юбилейный, это подводятся определенные итоги и намечаются планы на будущее. Да, конечно. Я хочу сказать, что всего не могу сказать. Готовится большая, хорошая программа, очень интересная, совершенно отличающая от тех, которые были. Вот, и я думаю, что зритель придет и оценит, и телевидение заснимет, и люди смогут увидеть это все. Вы знаете, вот вы сейчас сказали, что сложное время. Да, безусловно, время очень сложное, какое-то оно такое, можно даже сказать, сумрачное. Ну, может быть, не сумрачное, но не совсем легкое. Но, тем не менее, артист, он в любое время остается артистом. Антонина, вот все руки опустили, плечи вжали, голову вжали в плечи, ничего не хочется. Артист себе этого позволить не может. Нет. К сожалению, вот мое личное мнение по этому поводу, что культуре вообще мало внимания уделяется вот этим правительством. Я не боюсь этого сказать, потому что у нас очень много талантливой молодежи. Ее нужно продвигать, ее нужно поддерживать финансово. Кто-то диск, кто-то клип. Вот это все нужно делать, иначе ничего не получится. Найти сегодня продюсера – это равно нулю. Можно найти, но сложно очень. Ну, вы понимаете, я думаю, даже дело не в том, что там уделяется внимание власть придержащим, а просто... Не до этого сегодня. Не до этого, да, вот. Потому что вот у нас... Не до жиру быть есть, бы живу. Да, да, я согласна, что есть более весомые проблемы, наверное, в нашем государстве. И, ну, у нас такая профессия, мы развлекаем людей, но мы и поднимаем Нет, настроение. Вы не только развлекаете. Но, с другой стороны, Дмитрий Шостакович писал свою знаменитую седьмую симфонию в осажденном блокадном Ленинграде. И премьера этой симфонии шла, когда не было ни электричества, ни тепла, казалось бы, вообще ни еды, ничего. И люди шли и слушали, и укреплялись духом. Но если крепок дух, тогда и тело будет крепко. Вы на своем примере можете, наверное, чувствуете, когда ослабевает дух, тогда уходят и физические силы, да, Антонина? У меня просто была депрессия. Я несколько лет не могла ни петь, ни никого видеть. Просто вот состояние души такое, что должен быть какой-то толчок, какой-то человек должен встретиться, который тебя толкнет на то, что иди и делай, потому что ты нужна людям, ты должна это делать. Если не ты, то кто же? Это правда, Антониночка, и мне бы очень хотелось, чтобы вот и наш эфир, это был одним из толчков, которые вас, помогут вам и провести ваш вечер хорошо, и бенефис, и снова дарить еще много-много лет людям свое творчество, свой золотой голос. Друзья мои, сегодня у нас в эфире была лауреат всеукраинских и международных конкурсов и фестивалей, лауреат премии Николая Аркаса, актриса, певица, композитор Антонина Сморжевская. Поэтому главное что? Главное не унывать. Антонина, не унывайте, и вы не унывайте. Це була розмова на тему. На все добре.